Oriflame Pictures представляет продолжение фильма «Золотые заметки о Лиссабоне», часть третья. Поездка в Лиссабон на международную золотую конференцию окажется запоминающимся путешествием. Район Алфама – самый живописный уголок города. Он представляет собой хаотическое скопление узких кривых улочек, двориков, лестниц. Этот лабиринт и есть тот старый город, который помнит знаменитых португальских мореплавателей, помнит времена, когда Лиссабон царствовал на море и диктовал свою волю половине мира. Помимо исторического центра, в Лиссабоне еще стоит побывать как минимум в трех местах. Белем, парке и океанариум. Но обо всем по порядку. Район Белем – Мекка столичного туризма. Не побывать здесь – значит не побывать в португальской столице. Главная достопримечательность Белема – монастырь и собор святого Иеронима. Крупнейший памятник архитектурного стиля мануэлина, названного в честь короля Мануэля Счастливого. При выезде из Белема нас провожает огромный подвесной мост имени 25 апреля. Лиссабонские мосты требуют особого рассказа. Город расположен на правом берегу широкой реки Тежу, которая отделяет его от южной части страны. В этом месте река Тежу сужается, и общая протяженность моста всего 2,5 километра. Я говорю «всего», потому что длина второго лиссабонского моста, Васко-да-Гама, составляет 16 километров, из которых 13 проходит над водой. Поездка в Лиссабон наверняка окажется незабываемой и с точки зрения гастрономических впечатлений. Хотя первая ассоциация с Португалией – это портвейн. Этот напиток сами португальцы употребляют не так активно, как можно себе представить. Сами же португальцы предпочитают сухие вина. Из красных сортов рекомендую попробовать алентежу. Из белых, конечно же, знаменитое вино верде. Хотя оно и не совсем белое. Буквальный перевод – зеленое вино. Это вино из соленого винограда, малоградусное и очень свежее, настоящая местная экзотика. Если вы любите рыбу, то Португалия – это ваша страна. В одном из небольших ресторанчиков мне рекомендовали попробовать местное блюдо бакалей. Я заказал это загадочное блюдо, абсолютно не понимая, из чего оно состоит. Это оказалось настолько вкусное блюдо, что можно проглотить язык. Позже я узнал секретные ингредиенты. Это сушеная треска и мелко-мелко нарезанная картошка. Смотрите продолжение в следующих сериях.